Фрэнк Ди Паскали был вице-президентом, созданной Медоффом компании Bernard Madoff Investment Securities и заместителем афериста века. Фрэнк Ди Паскали признал себя виновным по всем 10 пунктам предъявленного ему ранее обвинения, в числе которых махинации с ценными бумагами, подделка документов и отмывание денег. Его когда-то исключили из колледжа, он обычно носил кеды, глаженные джинсы и зализанную назад прическу в стиле 50-х. Для многих инвесторов Медоффа Ди Паскали был единственным контактным лицом фонда на протяжении многих лет или даже десятилетий. Человек этажом ниже. Именно так многие клиенты Медоффа называли Фрэнка Ди Паскали-младшего. Говорят, что он был довольно неприятным человеком. С клиентами общался в оскорбительном тоне. Все время хамил и всегда был настроен почти что враждебно. Хотя на своем недавнем выступлении в суде он, наоборот, выглядел крайне дружелюбно. И даже пытался шутить. Чего стоит, например, рассказ о холодильнике. Однажды сотрудники Медоффа поступили очень хитро, убрав поддельные трейдинговые записи в холодильник. Так аудиторы не смогли почувствовать, что они все еще теплые, а ведь распечатки только что достали из принтера. История с заморозкой произошла, когда аудитор компании Медоффа потребовал предоставить ему детальные отчеты о ежедневных торговых операциях, просто чтобы убедиться, компания действительно осуществляет те сделки, о которых рассказывает клиентам. Подобный ход легко просчитывался, и Медофф был к нему готов. Впрочем, как выяснилось, не до конца. У компании уже были подготовлены поддельные отчеты за один день, как раз на случай подобного требования. Однако аудитор распорядился показать ему отчеты за другой день. Тогда мне пришлось обратиться к одному из IT-специалистов компании и сделать вид, что я прошу предоставить уже существующие отчеты. Это был один из самых тревожных моментов за всю историю существования пирамиды Медоффа. Тем не менее, Ди Паскали проявил недюжинную смекалку и смог отвести подозрения проверяющей организации, по крайней мере, на какое-то время. Пока я развлекал аудитора в конференц-зале, остальные бросились подделывать документы. Потом я вышел, чтобы проверить, насколько успешно продвигается проект. И я увидел, как сотрудники еще и перекидывали их друг другу, как упаковку лекарств, чтобы отчеты казались мятыми и старыми. Все это было очень весело. Но, несмотря на все шутки, сейчас именно показания Ди Паскали представляют собой наиболее детальное описание того, каким образом Медоффа построил свою финансовую мегапирамиду. Как оказалось, велосипед ему изобретать не пришлось. Многие, если не сказать все инвестиционные сделки, просто не проводились на самом деле. Сотрудники большую часть времени занимались производством на свет поддельных документов, чтобы убедить клиентов в получении прибыли. Транзакции создавались из воздуха, в буквальном смысле слова.